у нас все есть. Итак, у нас есть нефть, газ, уголь, металлы, причем самые разные, и черные, и цветные, и золото, и платина, и алмазы, чего у нас только нет. И в принципе, в общем и целом, и развитие идет технологическое неплохо, интеллектуальная база очень хорошая. Но нам нужен с вами рывок. Вот что нужно. И нужно это обеспечить. Один из наших коллег в одной из арабских стран, бывший министр нефти, он как-то сказал, каменный век закончился не потому, что камни кончились, а потому, что появились новые технологии. Вот они появляются в мире. И тот, кто опоздает в этом соревновании, он мгновенно, я хочу это подчеркнуть, во всяком случае, очень быстро попадет в полную зависимость от лидеров этого процесса. Россия не может ни в коем случае этого допустить. И главное, что у нас есть все шансы, все возможности, используя вот те факторы, о которых я уже сказал, а их нужно максимально использовать. Все, что я сказал, это нам нужно сегодня, это по максимуму нужно использовать. Но для того, чтобы обеспечить вот этот рывок и прорыв в будущее. И будем напряженно работать над его реализацией. Спасибо большое.